Но обеспечивать безопасность граждан полицейским приходится не только на территории республики. Для выполнения боевых задач им приходится выезжать в другие регионы. Накануне сводный отряд чувашских полицейских снова отправился в продолжительную служебную командировку на Северный Кавказ. Проводы прошли перед зданием МВД. Свои наставления бойцам дал министр Сергей Неяскин. Он напомнил сотрудникам о служебной дисциплине и поставил самую главную задачу – вернуться домой тем же составом, живыми и здоровыми. Задача, которая перед вами стоит, ее надо выполнять четко, понятно и ясно. Вы едете как одна семья, как братья. И помогайте друг другу. Полицейских перед отправкой традиционно благословил батюшка. Сводный отряд будет нести службу на Северном Кавказе в течение полугода. На веренной им территории сотрудники МВД будут выполнять задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности жителей Кавказских республик.